Ну здравствуйте, дорогие друзья. Опять. Я на Боунском озере, ну, собственно, мы с сестрой. С сестрой идем в магазинчик на Боунском озере. Может быть, это будет один ролик, я не знаю. Посмотрите. Поставлены сетки от того, что, наверное, тут всякое падало камни. Беги сразу. Если честно, очень страшно. Если честно, очень страшно здесь ходить. Как учиться было заставить? От того, что здесь машины проходят. И очень быстро иногда. В смысле, вы же видели, можно... О май гад. Еще эти грузовики, фури. Вообще капец. Ненавижу. Не очень приятно здесь проходить. Ты. И всякое. О, когда человек медленно идет, может быть. Катрина, напротив, мы берем страну. Я бы горы это было. О, это было довольно страшно. Просто мне легче, когда я вижу, что идет ко мне, а не позади моей спины. Кстати, у нас здесь однажды машина остановилась. Где-то здесь. А мы потом вернулись вот здесь. Да, это было очень страшно. Как-то мне поудобнее, что... Удобнее вот здесь ходить. Пугали. Вы видели, им надо это обгонять вот здесь, на этом месте надо обгонять. Ну, такие люди у нас. Укрнули го прямо в гуне. Ага. Она и се не види, что показує, да има голове джало. Я вообще не красилась, не приводила себя в порядок. Весь день вот так. Сестрой, вот я идем. Хотела сказать, где ли? Да идешь учиться, да, с ним шавьем. Да он сварный был. Видимо, мама, не смешно, но там он не видит сам, как поверил. У горы, ну, а где? Штангу ставить. Где? Там я порад штангу. Один человек... Один человек здесь делал своей рукой самолет. И... Да. 99-те су му рекли да занабије ту штангу, да не помешају, лоцирали. В 99-му году они лоцировали самолет, короче. Ему сказали, чтобы он спрятал этот самолет. Встань, иди камьон. Вот. Надо остановиться на секундочку. А знаете, в чем проблема? Во-первых, здесь деревня, значит, люди, дети, животные, старики. Во-вторых, ну вы видите, как оно идет. И во-третьих, вот эта проблема. Вы видите? Если много машин, а ты быстро едешь. Сверху
Это будет вообще капец. Для тебя, а ну-ка и шутся. А вот этот человек, я думаю, что это он. Я думаю, что это он. Вот какие дома здесь. Я бы боялась здесь жить, вот именно здесь, в этом доме, потому что очень близко дороги. Дети, животные, значит, все это ранимое. Да, это был этот человек. Это был этот человек. Ой, ласточки. Я думаю, этот ролик будет все-таки отдельным. Потому что это, как говорится, осмотр на меня. Вот собачка лает. Потому что он длинный. Значит, нам надо где-то 10 минут до магазина. Она спрашивает, что означает этот знак. Я, если честно, не знаю. Да, не знаю. Как я выгляжу вообще? Не важно. Я живу. Посмотрите, какие горы. Вообще большие горы. Отдался и до ламу, отдался и до шумов, да? Иди в мою страну. Я сразу тогда там. Озеро, я люблю, конечно. Ну, я не могу описать, насколько люблю вот это. Вот это. Поле, лес, речку, не знаю. Вот это еще больше люблю. Ну, будут хоть два ролика, значит. Поход в магазин и, ну, там влог. Надо какую-то фотку сделать для превьюшки. Собачки лают. Красивые дома. Там было близко. Ой, какая машина. Это было близко мне. Ой, ебать. Извиняюсь. Это было опасно. Мы с ним дали кучи. Это было довольно опасно. Пиво. Вот. О, сами тупо. А это с другой стороны. Возвращаемся. Ну, вы увидите, да, на ролике. Что пару раз что-то меня не сбило, значит. Здесь абсолютно, умерся хитно, абсолютно нету места для... для пешехода. Не пешехода, а чтобы люди шагали и шли. Вот здесь я вижу кошки. Ну, видите, ситуация. Вы не видите от моей сестры. Ну, короче. Ну, видите, он ждет, чтобы этот прошел. И когда ты идешь быстро, можно сделать вот такой капец. Собачки. Короче, значит, я всегда боюсь, когда, типа, бывает, что Джон убежит из двора. Убежит из двора и
это. Посмотрите, что кто-то его сбьет. А вот здесь еще хуже. Я не знаю, как люди вообще здесь животными с... Не знаю. Не знаю. Причина, вот ласточки летают. Это все ласточки. То, что видите на небе, вот, вот это черное маленькое. А вот я бы хотела там забраться. Кале, а какой он стигне до овог брда? Я мислим, да смо мы доле из-под того брда. Ой, все-таки лес я обожаю. О, май гад. Надо сдвинуться с дороги. А ты видела, какой вирья вьон? А ты успели да видите барный, что да вьон? Айди идем. Айди дойди со дома. Страшно. Мне белому городу кое прочее. Капец. Но когда вот вижу вот такое, похоже на мою деревню. О, да. Вот это как-то, не знаю, вот обычное зрелище, обычнее, тут даже нет дома, какие-то сараи. Ну как-то не знаю, мне нравится. Мне нравится. Вам такое нравится? Просто деревнюшка. Как красиво! Мне однажды. О май гад, я не знаю, я засняла это или нет. У полную линию на брдо поред пешак, брат. И по подробно. По дежуре я вам просто. Вы видели? Вы видели? Да, чего я молча промотал. Посмотрите, я хотела сказать, мне снилось такое. Мне кажется, лес сверкает. Не знаю, почему мне такое нравится. Только не возле дороги, конечно. Здесь даже 40. Почему я видела 60? А? Кого съел? Вот, кошка. Посмотрите, какой домик. Кушки. Почему мне это нравится? Вот так. Здесь много машин, потому что отсюда, то есть здесь вы проходите для сока бани. Для сока бани, ну вы гулите там банька. Короче, вот трактор, ой, огородчик. Не знаю. Я бы хотела побывать в какой-то деревне, в гостях у кого-то. У меня своя, конечно. Бежи там, ускрай. Стой тут. Чертовщина. Сейчас они не идут, но настолько быстро. Ой.
Фу, воняйте. Повесишься вообще. Дурак собак. Ой, куда прет? Бегай, горе. Не знаю. Ну, мне в магазин больше не хочется. Нема, брузо. Представлял себе, я снимаю и улетаю на тот свет, на ваши глаза. Ну как вы кучите, брали ваш шанс? Попри сама могу. Трясемся. А он из допреку не сгине на. Вот вам жизнь опасна. Ха-ха, пусерка. Вот собачка. Значит, эту дорогу как-то надо изместить. Деревня. Озеро с туристами. Не знаю, все. Все в опасности. Все в опасности от этой дороги. Пережили. Я хочу дойти до озера, чтобы показать отсюда. И все. О, 20 минут ролик. Капец. Короче. Больно. Вот собачки бездомные. У этой желтой нога сломана. Я предполагаю, как она сломалась. Как сломал ногу? Вот и озеро. Деревня и озеро — это вообще какой-то это совершенство. Ну, без такой дороги. Спасибо на просмотр. Ну, это будет один ролик, потому что он 20 минут.